Ну я вижу. Эх, ребят, не успел, я немножечко вдалеке, не видно. Полетели журавли, клин целый, вон он клином пошли. Ну не видно. Доброе утро всем, дорогие друзья. Какое у нас солнышко, да? Радуемся вот каждому денечку солнечному. Как солнышко светит, это как праздник. Здорово. На солнышке у нас 10 градусов. На солнышке, а в тенечке иней. Вот, Дед Мороз приходил ночью. Опять хулиганил. Тенечки, вот где солнышко уже светит, греет, пригревает. А какая трава красивая в инее. Вот красота. Уже где растаял, там роса. Ой, родненькие. Родненькие. Ой, огуречная трава вообще вся белая. Ну, ей с ней ничего не случается. Вот ей хоть бы что. Она, наверное, под снегом. Я ее не буду выдирать. Под снегом она, наверное, перезимует. И будет такая вот зелененькая. Как раньше капусту хранили. В снегу. Знаете, я пробовала. Проверяла. Зимой достаешь капусту из-под снега, а она вот как только с грядки сорвана. Вот такая классная. Да. Так, а что мы? Мы вышли, чтобы укрыть картошку нашу. Вот Лёшек нашел старое пальто. Надо укрыть картошку, потому что она-то там не замерзла. Сегодня было минус 5. Но она нормально себя чувствует в гараже, там не холодно. Но все-таки надо прикрыть. Вон какой лед. Вчера дождь был, но снежок срывался. А сегодня мороз ночью. Ну что? Пойдем. Это вся картонка? На что, не хватит? Вон, уже мороз разукрасил стекла. Дед Мороз приходил. Лиска, Дед Мороз приходил. Лиска. Я сегодня, ребята, решила начать уборку в доме. Сегодня у меня в планах окна помыть изнутри. Ну вот вышла на улицу, теперь не хочу идти в хату. В хату не хочу. Так хорошо на уличке, ветра нет вообще. Солнышко, так здорово. Но нос мерзнет. Нос мерзнет. Что еще надо, Лешек? Осторожнее ходи, ты поскользнешься. Кто тут сидит на столе? А? Митяй. Митяй сидит. Митяш. Ой, ты, боже мой. А Варя там умывается. Что они там, Лёшек?
сказали? Да ничего. Там у Педро что-то на голове. Педро на голове? Педрита. У него такой... Ой, не видно его. Вот, ничего у него там на голове нет. У него такой маленький гребешок. Замерз. Ко-ко-ко. Поеду. Поедешь? Да. Лешек хочет съездить в город за зерном. Да, не хватило. Надо считать. Ну, поедь. Муки возьмешь. И заодно спросишь это. Лук. Лук посмотришь, да. Если хороший, можно 2-3 сетки взять. Если не мелкий. Ладно, а я пошла мыть окна. Все, пойдем домой, да? Холодно? Пойдем. Лёшек приехал. Лёшек приехал. Не заехал в гараж. Еще куда-то будут ехать, что ли? У меня тут, ребята, уборка полным ходом. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-менеджер. Что, Лёшек? Я одну сеточку купил. Лука? Последнюю. Да ты что? Хороший. Хороший, да? Вот видишь, хороший разобрали быстро. Ну ничего, в четверг поедем, может в четверг будет. Юрика видел со Светой, Еленку видел. Ой. Всех видел. Обещали в гости приехать. Ага, все? Лен. Ну пускай приезжает. Пускай все приезжают. Что ж. Посидим. Чайку пошвыркаем. Да. Надо что-то испечь. Пойду. Ну, они еще не знают. Они траву купили, Лена спрашивала. Можно сейчас сажать траву? Какую? Эту, для газона. Позвони ей. А я даже не знаю. Наверное, можно. Че? Так, я пойду мешки таскать. Она сейчас еще может и вылезти. Да. Ты опять со мной? Ну, что ж, тоже побежала. Не знаю, кто знает, ребята. Ой. Мне уборку надо и на голове уже делать. Надо постригаться. Кто знает, как газонную траву можно в зиму садить или нет? Напишите, пожалуйста, если кто знает. Тогда позвоню Лене, скажу. Вот. Что забыл, Лешенька? Лешенька, Алешенька. Я взял это и два овца. Ну и хорошо. Ты там сам справишься? Да. Да? Ну и хорошо. Перевезешь. И ладно. А, это он здесь и стал, чтобы было проще возить, наверное. В четверг, ребята, нам уже должны привезти фасады. Вот, вот эти. Бирюзовые. Ай, какая будет красота. Шторы надо. Но за шторами надо ехать в Киров. Я там видела, когда мы искали вот шторы сюда в комнату. Я там видела шторы такие цветастые. Но они, блин, дорогие. 900 рублей метр. Вот. Ну, посмотрим. В любом случае это надо ехать в Киров. Но не сейчас. Чуть попозже, потом. Такие цветастые, красивые. Ладно, буду убираться дальше. Здесь такой у меня гармидер. Вот. Окна. Мою окна. И пыль вытираю. Эти батареи прошла, протерла. Эту еще нет. Вот эти. Вот две. Вот эту и вот эту. Вот. В общем, везде-везде пыль. На карнизах Лешика туда загоню.
потому что сама не залезу. Вот эти потом пропылесосим шторы. Стирать пока не буду их, потому что что они тут висят у нас недолго. Пропылесосим, да и все. Могу еще паром пройти. У меня есть вот это вот, не парогенератор, а электрический такой, как он называется, пароочиститель или как он, не знаю, разглаживатель. Ну ладно, все, продолжаю дальше. Уборка. Вышла немножко на улицу. Вернее, вышла, надо Лешку сказать, полку вынести. Ту белую, которая на кухне стояла. Митяйчик. Лешек там зерно, наверное, пересыпает. Курочек. Что ты там, Лешечек? Что ты, зерно пересыпал? Ну да. Весь белый. Мельник. Мельник. Ой, ешь ты мой. Ешь ты, может. Та-та-та-та. Что вы там? Что вам? Зерна насыпали? А, ты что гоняешь, Педро? Ты что? Какого разговаривает так? Окунайся. Вот так размажет Лешек и будет красиво. А? Говорю, размажешь и будет красиво. Ну, я то делаю, это снял тоже нормально. Так, пойдем, ты мне нужен, Лешек. Куда? Ой, у тебя и нос даже белый. Ух ты. Нос окунай туда. Ага. Да это надо в стирку их. Ну, давай. Чистые на день, а эти в стирку. Они все в пыли. Ладно, все, пошли. Пошли, полку вынесем. А ты дотащишь? Она уже в верандочке стоит. А эти сняла? Все сняла. Я уже дотащила до верандочки. Осталось вынести. В гараж мы хотим вынести, поставить ее. Она хорошая полка. Ну, куда с ней? Если будет место тогда там в доме, тогда уже придумаем. Занесем, поставим. Но пока нету. Кто там? Кто там? Рыжий! Рыжий! Уже она знает, что рыжего нет. Раньше только скажи рыжий, и она тут бы как метнулась бы. Ого! Сейчас уже знает, что нет его. Это был у соседей кот был. Митяй облизывается. Ты макароны кушал, да, Митяй? О, перекур. Перекур? Да. Блин. Ух, уже эти перекуры. Ты съешь только один пакет хорошо выжил. Правильно. Какой пакет? А, с этими. Да потому что надо смотреть. Там есть верх и низ. Низ плохо развязывается, а верх хорошо. По-своему сделал. Ну хорошо. Нормально? Ну, можно и прикрутить здесь саморезом. Для прочности. А то вот так будешь выезжать, она рухнет. Ну, прикрути. Вот тут будут стоять еще туда полки. Положатся там еще плюс три полки. Пускай стоит. Лешек у нас что-то сгодится.
Укрыли картошку. Вон. Пускай пока лежит. А там может кто приедет, и перетащим в подпол. Да, в подполе еще и тепло. Лёша делает себе кофеёк. Надо кое-что перебросить отсюда наверх. То, что сейчас не надо. Кто-то плазит. Что, Лёшек? Кто-то плазит. Это мы. Это мы. Здесь вот все у нас чайное, я уже говорила, здесь как чайный уголок. Вот хочу еще убрать вот этот кувшин, Лешек не дает. Да. Лешек к нему прикипел. А мне он мешает, я с него воду не наливаю. Лешек с него воду добавляет в чай и в кофе в себе, холодную. Ну и что? Я налил и все, успокоился. Что тебе графин мешает? Ну, мешает он мне. Мешает. Потому что понаставлено вот это вот все. Я не вижу, что наставлено. Здесь чайный столик. Стоит графин сладкий. Ну так чайный столик. Стоит графин сладкий. Взял, налил, попил. Бегай туда. А если там воды нету, кончилось? Все, пропало. Что ты лазишь-то? Микроэлементы снимаешь. Лёшек разбирался с посудомойкой. Она должна... вот так, когда ее открываешь... Говорит, неправильно поставили. Ой, дай. Когда открываешь, вот это вот не должна закрываться. Она у нас закрывается, видите? Вот. Неудобно мне одной держать. Вот. Но это она закрывается, потому что нет, еще не навешен фасад на нее. Надо навесить фасад, а потом она будет держаться, потому что он же тяжеленький тоже. Что, Лешек? Все? Разбавил? Разбавил. Помыкай. Лёшек помойкой и пьет. Вот такой у меня кофе разбавленный. Да, Лёшек любит чай и кофе пьет. Он всегда, он не любит горячий, поэтому доливает его водой. Я не люблю так. Ну, чай еще ладно, да. Но кофе. Но кофе, ну это же ну вообще извращение, Лёшек. А мне так нет. Ну, нравится петь. Ладно. Пойду сейчас. Жилыч покормлю, да покопаю. А, ну давай, покопай. Ага. Покопай. Могу не копать. Могу копать, да. Могу да. Не копать. Ну, лук здесь оставишь или убирать будешь? Пускай стоит пока. Лёшек сегодня купил лук. А ты что переминаешься вот это, с ноги на ногу? Что? Тебе больше ничего не светит? Не. Ничего не светит. Не-не-не-не-не-не-не-не. Можешь не прыгать. Ага, ага. Обманщица. Не-не-не-не-не. Даже и не думай. И не думай. Вот. А, что хотела? Хотела показать вот еще. Вот этот шкафчик загрузила. Загрузила этот шкафчик. Вот. Здесь у нас вот это все чайное. Для чая все такое вот. Здесь у нас вытяжка, здесь у нас ничего. Там можно делать нычку. Вон, видите? Можно туда что-то прятать. Вон туда. Но поставить туда ничего не получится. Вот, ладно. Сюда поставила, вот пока все свои приправки.
приправки, вот солька здесь у меня. А что я сюда насыпала? Что у меня? Не, это пусто. Значит, сюда что-то я насыпала. Ага, лавровые листочки я сюда положила. Вот, там у меня это мне сестричка моя Танюшка из Мелитополя прислала посылочку такую, соль и перец. Обожаю вот такие все вот вещи из глины. Жалко, у меня их на виду негде поставить. Вот. А вообще здесь у меня написано соль и перец, но у меня здесь два перца, один молотый, один горошком. Вот, там он душистый перчик, гвоздичка у меня, приправки Юрик привозил, мои приправки с рынка, такие вот. Ой. Вот сюда вот еще надо какую-нибудь приправку тоже что-нибудь поставить. Но тут тоже заполнится чем-нибудь. Надо будет вот это отсюда еще, вот это из этого шкафчика все убрать, я говорила. Ну, сюда надо мне поставить все вот именно для готовки. Что надо вот для готовки, потому что это у меня будет рабочий стол. Вот, и над рабочим столом здесь у меня должно быть все. Здесь внизу у меня вот дощечки все, терка, масло будет, такое вот все. Вот, а здесь вот это вот, ну, наверху там, не знаю. Ну, как я уже говорила когда-то, ребята, если есть поверхность для хранения, то обязательно найдется, что там хранить. Обязательно заставится она чем-нибудь, каким-нибудь хламом. Так, здесь у меня пока пусто. Вот, но сюда я думаю положить, может, какие-то крупы, какие-то запасы, припасы. Знаете, вот сюда. Ну и туда что-нибудь наверх такое вот, что не именно сейчас надо, что чем пользуемся редко. Вот. Еще не знаю, что здесь сюда положу. Места много для хранения. Вот, и этот шкафчик тоже пока не знаю, но хочу сказать, что найдется, обязательно найдется, что положить со временем. Пускай пока будет пусто, а потом обязательно что-нибудь найдется. Я в этом уверена, больше даже чем уверена. Здесь посуда, сушилка. Так, здесь что? Здесь салфетки. Здесь вот эти всякие баночки, бутылочки, там машинка, еще сюда крышки вот хочу поставить для консервации, такое вот все, вот конфетки, припасы, хотя, ой, сегодня кино, ребята, покажу сейчас, убиралась сегодня в этом вот, в доме, в этой комнате, да, окна там, все такое, пыль, все кругом по местам расставила. Тут у Лешика на тумбочке убралась, открываю его тумбочку, ну, здесь этот для давления, и здесь вот такие вот припасы всякие у него. А что у него здесь? А, соломка и конфеты пока что. Вот. Хомячит, хомячит. Так, а здесь? Ну здесь журналы его. Журналы. Вот. Ну, а у меня там такое-сякое. У меня там пусто, считай. Почти ничего нет. Вот так вот, ребята.